Добрый день, друзья! Я вас приветствую на своем канале Виктория Мунджа. Ребята, возьми за ручку. Дайте выйти. А теперь заходите. И это видео будет посвящено нашим приключениям однодневным. Мы поехали в поездку в город Бурно. Почему мы поехали, я вам сейчас расскажу. Мотьке исполнилось 10 лет, и у него был день рождения. Мы первый раз решили этот день рождения провести не дома, потому что, как правило, я всегда организовываю день рождения дома. И мне хотелось ему вот именно сделать вот такой подарок. Не какой-то финансовый, а просто какое-то приключение. Мотельки, сегодня день рождения. Завтра, Катушка. Ну да, мы его только празднуем сейчас. Да? Угу. Здесь почему-то там вместо подчин Зобера платко, а это Зобер поезд. И мы договорились, что подарком будет именно поездка в город Бурно на детскую площадку. Мы остановились на одну ночь в апартаментах и вот так решили просто вместе провести день. А куда они пошли все? Наш не показывает, что вообще. Женщина не наступила его время. Во время они нашли. Не знаю, тут сейчас идет 11:54. Да. А у нас? Еще пока не показывает. Климатизация, походу, нет. Вообще она не работает. Очень жарко. О, наш подвинулся. Папа подвинулась. На бег. На следующий этап вот там. Глаз не зол, теперь не Пап нас подвинулся. Мы с Агатой заболели, вот видно, что у нее глазик больной. Очень плохо открывает. Я была до этого с температурой, но мы решили Матейку не подводить, так как у нас эта поездка была запланирована. И мы, конечно, с Агатой еле-еле держались, но поехали, потому что Матейка все-таки этого очень сильно хотел. Попить хочешь? Да. Мы выехали, Матей, надо, потому что ты всегда переживаешь, вдруг мы не успеем. Вот, вот тут есть ходить попить. Подарок на день рождения именно у Матейки было это приключение. Именно поездка и площадка, и одна ночь в апартаментах, где мы хотели отпраздновать его день рождения, а не какой-нибудь финансовый подарок. И в этом видео вы увидите, что у нас на самом деле вышло. Ожидание и реальность. Задумка, конечно, у меня была совсем другая. Получилось все по-другому. Мне хотелось, что и мы приедем в этот город, остановимся в апартаментах, а потом оставим чемодан и поедем на детскую площадку. Потом зайдем в магазин, купим тортик. Я накрашусь, оденусь, детки будут рядом. И мы проведем красиво этот день рождения. Но в реальности все вышло по-другому.
Но с другой стороны, Матейка у меня просто золотой ребенок. Он, когда нам было плохо, он смеялся, когда я нервничала и переживала. Он говорил: мама, самое главное, что нам всем вместе хорошо. И это на самом деле было так. Все-таки в конечном итоге, как говорится, мы были счастливы. А если вы хотите, друзья, смотрите, что с нами произошло. Я ночью не спала. Отъезжаем. У нас долго не было, мы в наше видео не входили, потому что мы заболели. Я яга. Железнодорожный билет возбуждает мой мозг больше, чем лотерейный. Мы с Агатой держались до последнего. Мы, правда, уже не заразные, мы больные. Я ночью не спала, поэтому сейчас буду спать, чтобы... Красота, да? Чтобы успеть отдохнуть, потому что мы приедем, остановимся в апартаментах, а потом надо пойдем сразу на детскую площадку. Но потом я все расскажу девчонке. Мы просто молча устроили такой день рождения, не стали покупать никаких подарков, а просто, как по-чешски говорят, устроили зажиток, то есть впечатления, приключения. Мы решили поехать в город Пурно. Вот. Помогает глазик болит, пол открывается, она проболела. И потом и я заболела. Но мы не сдаемся, наши банды не сдаются, и едем. А как мозг мы обещали, он очень сильно этого ждал. Я еду третий раз. Мам, что? Ты здесь розетки для телефона. Что, Я еду третий раз. И кричи там, мама, да, мать, возьми попить, бутылку себе пей. Мам, я прям качать на полу. Да, а вы чем у тебя? А, это не про чёлку, мама. Смотри. Водичку нам дядя принёс, да? Она кончится. Да, это очень. Ой. Подправи волосы. Давай, ставь свои волосы. Матей, это сделай. Так тяжело ходить. Да, Матюш, только делай так, чтобы не сильно громко, и садитесь смотреть. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. And how I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a time.
посмотрю. Мы только мимо проезжали, когда в Италию ехали. Через Борно. В Италию, когда ехали. Мы обратно. Да, Матей, мы круг сделали из Праги и вернулись в Прагу. Агата, иди ко мне, со мной за ручку пойдешь. Мать. Ты вначале выйди, а потом вытащи его. Я ж тебя тащу, чего ты куда ты ставишь? Так, куда нам? Обещали 27, а мне кажется, тут какой-то тридцатник. Да. Так, а куда нам? А почему ты думаешь, что туда? Так, все, тогда пошлите. Жара, конечно, нам подиспортила настроение, мы немного вымотались и приехали, конечно, в такие апартаменты, которые мы не ожидали. Картинка не совпадала с действительностью, и мы, конечно, немножечко расстроились. Девочки, мы приехали в Бурно. Хочу вам рассказать, ну, попа полная. То есть мы заказывали апартаменты, я забыла, через что, потом Костя скажет. Вот, мы приехали на вокзал. Обещали погоду 26, стало 30. Опять скажите, что я плачусь. Но дело в том, что мы заказали апартаменты, и на картинке, значит, была красивая заградка. Посмотрите, что стоит на этой заградке. Вот. Просто. Мы подумали, что мы справим Мотьке на день рождения, но так как финансы у нас не ахти, я не буду плакаться. Но я специально заработала на Мотьке на день рождения, сказала, что мы съездим в другой город. Он хотел там сходить на эту площадку. И у нас были планы такие, что мы приедем в Бурно, поставим наш чемодан, поедем на площадку. Вышли мы на вокзале. Ни одно такси невозможно заказать. Такси нету, такси нету. Звонишь. На улице его просто нет. Жара 30 градусов. Мы перлись вообще, черти знают, что, куда. Адрес нам дали неправильный. Нам пришлось возвращаться. Мы приехали в апартаменты. Я их потом покажу. Сами апартаменты как бы, ну, неплохо. Но грязные, девочки. Просто грязные апартаменты. А я думала так, что мы... сходим в этот, как его, на площадку. После площадки вечером мы купим какой-то тортик и сядем на заградке, отметим. Ну, то есть вот смотрите, вот это нормальная заградка. Стол грязный, не протертый. Вот тут все стоит. Дети мне там кричат. Это вот смотрите, это вот там окошко. Из ванной, из апартаментов. Дело в том, что мы приехали все мокрые, все грязные. Захотели сходить в душ. В душе даже нету занавески. 4 полотенца, и не знаю, что постелить на пол, потому что вода льется. Мы первый раз снимали апартаменты, я в шоке. Я так раз... Иду. Такси, иду! Мы настолько не ожидали, что будет так сильно жарко, что мы не могли найти такси. Конечно, мы приехали в очень грязные апартаменты.
У нас не было времени, чтобы просто поставить чемодан и уйти. Мне нужно было вначале все перемыть, чтобы дети приняли хотя бы душ. И Костя, чтобы мы успели на площадку даже смотреть, одел футболку наизнанку, потому что мы все это делали быстро, быстро, быстро. В следующий раз мы будем намного умнее и все-таки попробуем как-то более к этому подготовиться. И больше всего я не хотела, чтобы мои дети расстраивались, потому что я хотела Матею все-таки создать праздник. Конечно, в итоге у меня не вышло так, как я хотела, потому что мы не могли купить там нормально ни свечки, ни шарики, то, что я задумала, потому что на его день рождения всегда это было. Но вы это увидите в следующем видео. В итоге главное, что мы были все вместе, и все равно мы очень дружненько провели наш день рождения. Хотя я со своим недомоганием еле-еле держалась, но старалась Матею этого не показывать. И даже Агата со своим глазиком просто держалась и была умничкой.